Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. СМИ анонсировали повышение налогов для торговых и офисных зданий. Как сообщает Newsly.ru, в правительстве области готовят проект поправок в региональный закон о налоге на имущество организаций. Согласно поправкам, с 2018 года ставка для торговых и офисно-административных центров будет увеличена до 1,5%, с 2019 года до 2%. По мнению опрошенных изданием экспертов, в случае принятия поправок бизнес будет вынужден нести дополнительные расходы. Собственники зданий частично переложат их на арендаторов, а те, в свою очередь, на покупателей и клиентов. На вопрос Newsly.ru с просьбой прояснить ситуацию в правительстве области ответить отказались, сообщив, что до заседания законодательного собрания ясности по новшествам нет. Дайджест недвижимости. 7 предписаний кировским застройщикам вынес муниципалитет за нарушение правил внешнего благоустройства. Очередной рейд по стройкам города состоялся накануне. Специалисты мэрии осмотрели две площадки – по улице Воровского, 163, и Ульяновской, 36. Как рассказал начальник отдела содержания и использования территории Ленинского тероуправления Олег Шубин, значимых претензий к застройщикам выявлено не было. Всего же за последний месяц сотрудники тероуправления установили 7 фактов нарушений. Предписания об их устранении направлены застройщикам. Большинство недочетов уже исправлены. По одному факту материалы переданы для составления административного протокола. Напомню, штрафы за нарушение правил внешнего благоустройства на стройплощадках составляют от 50 до 200 тысяч рублей. Дайджест недвижимости. В Кирове открывается специализированная выставка «Строительство и ремонт». Она будет работать с 19 по 21 апреля в комплексе «Вятка-экспо» на Сурикова, 19. Посетители смогут познакомиться с новинками в сфере строительства и ремонта, от отделочных материалов и ландшафтного дизайна до систем умного дома. Будут представлены несколько разделов: технологии возведения малоэтажного и деревянного домостроения, стройматериалы и оборудование, инструмент и крепеж, печи, бани, сауны, бассейны, загородная недвижимость и недвижимость Кирова. Также в рамках выставки пройдут мастер-классы, семинары и презентации, на которые приглашают всех желающих. Вход на выставку свободный. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.